Друзья, всем доброго дня, с вами Ирина Исмагилова. И сегодня я хочу снять видео о своем заказе Avon. Я, если вы меня смотрите на постоянной основе, то вы знаете, что я запустила конкурс на своем канале, где попросила вас написать, какие видео вам больше всего нравится смотреть. И конкурс запущен только вчера вечером, уже поздно, по-моему, я его выложила. Но, читая комментарии, я вижу, что очень многим хочется видеть видеообзоры на заказы Avon. Именно поэтому решила я его все-таки снять, возможно, возобновить. Только, если честно, я его хочу снимать немножко в другом формате. Раньше, если вы помните, у меня сразу вся косметика была уже разложена на столе, и, соответственно, я и сама была в кадре, и как бы показывала все, что у меня лежит, рассказывала, открывала и так далее. Если честно, так как у меня заказы стали увеличиваться сейчас, как вы видите, да, это уже 4 коробки, я понимала, почему я, в принципе, да, перестала снимать данное видео, потому что я не успевала. Я не успевала, это все нужно было достать, нужно было самой себя привести в порядок, да, для съемки. И очень долго сам процесс съемки занимал, поэтому я, в принципе, перестала снимать это видео. И вот сейчас для того, чтобы... Хочется мне возобновить, хочется мне рассказывать о своих заказах в Avon, но предполагаю, что это все так же будет очень-очень долго, мне прям сразу руки опускаются. Поэтому я хочу немножко поменять формат и хочу рассказывать это не раскладывая, а в таком, может быть, укороченном варианте и доставая сразу из коробочки. То есть мы будем буквально с вами открывать коробки вместе. Я надеюсь, видео такого плана вам понравится. Если да, то ставьте пальчики вверх. По крайней мере, давайте поэкспериментируем. И, как вы видите, у меня в этот раз 4 коробочки, как я уже сказала. Причем, почему-то одна пришла на 2 дня раньше, чем другие. То есть, одну я забрала 2 дня назад. Немножечко я, конечно, здесь пошуршала, посмотрела. Остальные привезла только сегодня. Я их вскрыла для удобства, но и оставила в таком виде. Ну что, чтобы не затягивать, давайте начнем. Это пакетики Avon, да, обычные пакетики, не буду показывать. Дальше идет каталог, он вот такой, как журнал, сделан книжечкой. Очень я люблю, честно говоря, такие каталоги, безумно мне нравится их листать. Так, сейчас я вытащу всю бумажную продукцию. Это журнал «Фокус», который идет каждому каталогу. Это журнальчик с аксессуарами всевозможными. Еще пакетики, еще бумажечки. Так, еще распродажная листовочка. Ну и, по-моему, все. Ну что, давайте приступим. Вот такая коробочка. Извините, немножко отвлекусь, но мне самой безумно нравится видео, когда посылка открывается непосредственно с зрителями. То есть, когда это все достается из коробки и смотрится в первый раз вместе с тем, кто это делает. По-моему, это очень интересно. Я надеюсь, вы разделяете мое мнение. Так, ну что, давайте. Вот такое интимное мыло с соком алоэ и экстрактом ромашки. Свежесть на весь день. Ну, интимное мыло, в принципе, они пользуются популярностью всегда. Их берут на постоянной основе. Дальше вам покажу две одинаковые упаковочки. Это была акция в прошлом каталоге, где при заказе на определенную сумму можно было заказать подарок по супер там дешевой цене. И я заказала себе часики. Они в каталоге были другие, если честно. Тяжеловато одной рукой. Вот такие часики. Другие часы были в каталоге представлены, но пришли вот такие. Они очень красивые, на мой взгляд, даже немножко лучше, ярче, что ли, веселее, чем те. Там были черные, по-моему, такого, ну, черного цвета. Эти очень красивые, такие весенние, прям, ну, безумно приятные, светлых оттенков. Мне очень понравились часики. Одни я заказала, естественно, себе, и вторые я подарю. Подарю тому, кто у меня делает большие заказы. То есть я решила сделать как? У меня на эти подарки не набрал никто, в принципе, из расчета тех сумм, которые там написаны. Наверное, нужно, да, проговорить коротко. Там были такие условия, что если вы набираете, допустим, продукцию на 3600, то вы можете заказать, ну, грубо говоря, эти часы за 300 рублей. И получается, что для участия у меня, в принципе, никто не набрал
определенных сумм этих, но я решила сама, сколько у меня там влезло по деньгам, да, в подарочках, я решила сама это все приобрести и подарить своим клиентам, тем, которые постоянно делают очень хорошие большие заказы. Поэтому одни я часики обязательно себе, а другие это уже будет подарок. Вот они пришли вот в такой упаковочке. Так, что у нас здесь дальше? Дальше идут восстанавливающие средства дренажных ванночек. Таким вкусом. Нету здесь никакого аромата. Дальше крем для рук Aloe Vera. Крема тоже, в принципе, постоянно пользуются популярностью, поэтому, ну, лишнего рассказывать не буду, они очень хорошие. Дальше. Вот такое средство, крем для удаления волос на лице. Из этой серии тоже постоянно у меня приобретаются продукты. Немножко подвину, некуда складывать. Так, дальше. Дальше вот такая водичка Avon Life. Сейчас прочитаем, с чем она, с чем она. И не написано. Ничего не написано, к сожалению, какие ароматы. Ну, вот такая водичка. Она недавно вышла, она новиночка. И, честно говоря, я ее не нюхала еще. Дальше у нас тут идут карандашики. Вот еще один крем для рук. Вот такие сережки очень симпатичные. Тушь. Вот такие лаки. Это румяна. Еще один лак. Здесь были часы. Вот такой гель. Если честно, мне кажется нереальным все это показать, обо всем рассказать, честное слово. Вот первая коробка, она вся вот битком практически забита всевозможной мелочевкой. Это уйма времени уйдет, если все это вскрывать и все это показывать. Попробую что-нибудь показать из второй коробки. Значит, здесь у меня что? Здесь у меня гели для душа. Вот есть два. И причем один в таком большом варианте 500 мл и один вот 250. Это у нас дивная сказка. Отсвечивает немножко увлажняющий гель для душа. Дальше шампунька абсолютная сила. Здесь еще одно интимное средство очищающее. Дальше вот такой спрейчик, цветущая сакура. Так, спрятался какой-то крем. Давайте сначала большие упаковочки, да, поставлю. Это у нас смягчающий, увлажняющий крем для всех типов кожи. Очень такая большая упаковочка. Здесь еще один крем. Avon Care тоже серия. Сейчас я вам скажу. И ничего на русском почему-то не написано. Очень удивительно, хотя, в принципе, всегда было написано на русском. Это что-то, видимо, какое-то, я не знаю, выпадение из норм. Ну, ладно. Дальше. Гель для душа тоже 500 мл. Небесная гармония с ландышем. Дальше гель для душа, цветущая сакура. Это, скорее всего, наборчик, насколько я помню. Вот с тем спрейчиком. Здесь еще один гель для душа. Почему-то здесь все влажно и не понимаю, почему. Снег попасть не должен был. Мужской гель для душа «Энергия океана». Дальше вот такой гель «Живописная Тоскана». Это новиночка. Это у нас крем от Натоптышей. Серия Food Fox. Что ты не хочешь стоять-то никак? И вот здесь еще есть крем New Clinical. Идеальный лифтинг. Подтягивающий крем для лица. Он упакован, соответственно, его никак не скроешь. Переходим к следующей коробочке. Так, так, так. Лишние бумажки убираем. Здесь у нас вот такая умывалочка. Это очищение и пенка для умывания. Очень хорошая серия Nutra Effect.
Мне очень, в принципе, нравится. Я пользовалась и тоником, и умывалочкой, только у меня была гель был для умывания, а здесь пенка. Тоже надо попробовать. И вот он, как вы видите, здесь еще одна штучка. Так, 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 убираем, убираем. Дальше туалетная водичка. Вот здесь спаю. Это мужская туалетная вода в количестве 2 штук. Еще одно интимное средство для очищения. Как я уже сказала, его постоянно берут, причем разные люди. Дальше вот эту туалетную водичку с запахом маракуйи я взяла своей дочке. Она ее очень любит, постоянно ей пользуется. Обливается, как мне кажется, этой водичкой. Еще одно средство для женской интимной гигиены. Дальше в рамках той акции, про которую я вам рассказывала, вот такая водичка Attraction, которую, как я сказала, да, я заказала много для подарочков своим клиентам. Детский вот такой вот шампунь-кондиционер задорная слива. Вот такой вот новенький гель для душа для мужчин. Я его заказала своему мужу. Так, еще одно средство для ног. Средство для смягчения огрубевшей кожи. Так, дальше у нас идет Persevdew водичка. Это у нас что такое? Secret Fantasy. Тоже туалетная водичка. Очень интересная такая коробочка у нее. Что-то мне напоминает новогодний какой-то стиль. Так, это у нас что? Так, сейчас посмотрим. Это у нас очищающая пенка для проблемной кожи. У меня дочка вот на постоянной основе именно такой пенкой пользуется. У нее сейчас подростковый возраст, прыщики. И вот она вот таким средством с удовольствием пользуется. Дальше безумно вкусный гель для душа. Темный шоколад и кокос. Очень вкусный у него аромат. Вообще все гели, в принципе, я очень люблю в Эйвене. Дальше и вот такая мужская туалетная водичка. Эйвен Маск Марин. Надеюсь, что правильно прочитала. Это была вторая коробочка. И у нас есть третья коробочка. Давайте заглянем. Она не такая набитая. Здесь у нас лежат, у меня лежат каталоги. Вот здесь спрятался один крем для рук, интенсивная помощь. Чудесный крем, если у вас руки действительно очень сухие, потрескавшиеся. Вот они вам, этот крем вам идеально подойдет. То есть все трещинки, он все-все-все заживляет. Так, здесь также есть вот такой вот шампунь-кондиционер детский яблочное веселье. Еще две туалетные водички Attraction. Кстати, она безумной популярностью пользуется среди моих клиентов, это точно. Оп, спрятался еще дезодорант. Заказала я себе это, инкадесант, шариковый дезодорант. Очень, очень мне нравится аромат. И, в принципе, шариковый дезодорант тоже очень нравится. Вы знаете, почему? Он не делает чудес, точно вам скажу, да? То есть потеть вы не перестанете, но запаха пота от вас точно не будет. То есть он будет пахнуть... Именно вот свой запах он сохранит до последнего. Вот этим мне дезодорант очень нравится. Ну, вот еще водичка здесь. Individual Blue. Это мужская водичка. Мужской парфюм. И дальше здесь уже каталоги. Так, раз, два упаковочка. Три упаковочка. 15 штук. Это, в принципе, вот моя норма, сколько я заказываю каталогов каждый раз. Каждый свой... заход, каждый свой заказ. И если мы вернемся вот к этой коробочке, вот я не знаю даже, как вам все это показывать, потому что ну, действительно мы сейчас убьем кучу времени, потому что здесь есть и тени, здесь есть и это скорее всего так, ничего не вижу, косметический набор для бровей, очень много карандашей, лаки и тональная основа, помада. Вот из серии Nutra Effect. Вот такой есть крем с тональным эффектом. Тоже пользуется популярностью. Не в первый раз у меня уже ее заказывают.
Дальше вот это средство сама безумно люблю и пользуюсь. Это серия Advanced Techniques, питательная сыворотка для волос. Она с маслом органии. Она, то есть ее нужно на влажные, посушенные полотенцем волосы, на самые кончики наносить. Очень хорошо убирает секущиеся кончики. Очень хорошо увлажняет, поэтому вот я без нее вообще не могу. Как у меня заканчивается, я заранее уже приобретаю. Потому что один раз попробовала, и в принципе уже сейчас отказаться от нее не могу. То, что я вам показывала, лаки, румяна. Это крем-пудра, тональная крем-пудра. Очень хорошая. Кстати, суперустойчивый, есть еще в простом варианте. Здесь бальзамчик. Это у нас что? Точечное средство. Отсвечивает вам, да? Точечное средство. Точечное средство быстрого действия. Вот такое вот. Опять карандашики, всевозможные лайнеры. То есть здесь очень много продукции. Что это такое интересно? Это у нас водичка Avon Life. Это, видимо, идет к той водичке, которую я вам показывала. Куда? А я ее убрала уже, да, видимо. То есть к этой водичке как раз идет такой вот спрейчик. И здесь у меня внизу вот такой большой набор. Ух ты! Вот такой большой набор Full Speed. Вот такой огромный, практически размером, посмотрите, с коробку. Очень-очень большой. Сюда входит... Так, гель для душа для мужчин, дезодорант спрей для тела и туалетная водичка. Вот такой вот наборчик. Очень хороший подарочный набор. На 23 февраля, я думаю, будет приятно получить такой подарочек. Ну вот, да, если вот так вот убрать подарочек, вы видите, сколько много мелкоштучки всевозможных. Ну что, друзья, что я вам скажу? Вот так вот вкратце я вам все рассказала, показала. Не знаю, честно говоря, снимать видео подобного формата или не снимать. Если да, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Если вам нравится именно в таком формате, да, посмотреть именно в коробочке, что и как мне пришло, то я с удовольствием буду это делать. В другом формате я, к сожалению, наверное, не смогу. У меня там кошка что-то увидела в окно и очень... сильно кричит. На чем я остановилась? В другом формате, скорее всего, не смогу. Еще раз скажу, да, очень много занимает времени подготовка, когда это все раскладывается, когда себя приводишь в порядок, одеваешься, садишься, и постоянно то один ребенок отвлечет, то другой отвлечет, то мужу что-то надо, и получается, что ну, очень сложно это все снять, сесть, заснять. То есть минимум уходит 2 часа, а с учетом того, что у меня 6-дневка, это очень сложно. Хотя мне, честно, очень хочется это делать. Поэтому вот в таком виде. Обязательно укажите мне в комментариях, устраивает вас такое видео, нравится, не нравится. Если нравится, то с удовольствием буду снимать. Если вы скажете, что вас не устраивает, если вам нужно подробно описывать каждый продукт, то я, конечно, буду еще думать, стараться и очень сильно постараюсь сделать так, как вам нравится. Ну что? Еще раз напомню, если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!